Друзья, отдельная благодарность нашему главному спонсору и партнеру компании OneX. Самые высокие коэффициенты, моментальные выплаты, большие выигрыши и, конечно же, крутые бонусы – все это OneX. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRUH и получи крутой бонус на свой первый депозит. OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но а также во всем мире. Переходи, регистрируйся. Ассаламу алейкум, құрметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители, подписчики RFC RUH Fighting Championship. Со мной, как всегда, мой незаменимый соведущий, мой друг Василий Тахтай. И основатель первого поп-ММА промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Друзья, уважаемые подписчики, сегодня вас ждут очень интересные бескомпромиссные бои. Бои наших топовых и самых популярных казахстанских блогеров. Поэтому, я думаю, сегодня будет очень-очень интересно. Поэтому подготовьтесь заранее и не забудьте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и, конечно же, оставить свой комментарий, за кого из бойцов вы сегодня будете болеть. Отдельно хочу выразить огромную благодарность нашей судейские коллеги, команде рефери, а также медицинской бригаде. Также нашим незаменимым комментаторам Ильяс Джапаров и Исатай Мадиев. Друзья, хочу сказать то, что в сегодняшнем главном бою будет очень интересный бой, в котором сразится наш Упучук. Это блогер, это мечта всех девушек, как он утверждает, да, кстати? Восходящая звезда. Да, это точно. Футболист, поп-ММА, борец. Все в одном. Ребята, его соперником будет всеми любимый и нелюбимый Бахыт Макеев по прозвищу Физрук. Ну а пока что давайте начнем наш первый бой и пригласим наших первых участников нашего турнира. Первым в октагон я хотел бы пригласить бойца из города Алматы Бахытжан Маратов. Встречайте его соперника из города Талгар, Тайти Нурлан. Правила знаете, правила не нарушаю. Внимательно слушайте мою команду. После команды стоп, прекращаем все действия. Все ясно? Пожали руки. По углам. Очень грозно так проинструктировал бойцов, наш рефери. Два дебютанта открывают сегодняшний выпуск. И у нас и комментатор сегодня, дебютант, да. Илья Жапаров, добро пожаловать. И всегда приветствую. Да, три дебютанта сегодня. Сегодня я впервые. Если раньше я слышал твой голос, наблюдая бои, сегодня я рядом, мы вместе смотрим. Мне показалось, знаешь, в самом начале, что ребята немного волнуются. Ну, оно и понятно. Ну, знаешь, здесь немножко в неравных условиях, как кажется, изначально. Ребята будут биться в стойке, и у нас Маратов, он МС по кикбоксингу, то есть мастер спорта, и даже по кикбоксингу имеет звание. Но, тем не менее, базовый ММАшник сейчас просто прессует, идет вперед. Я сейчас про Тайти Нурлана. Судя по его анкете, пришел он с ММА. Насколько сильно база решает в дебюте? Потому что в дебюте сильно решают, мне кажется, эмоции, как ты с ними справляешься. Да, да. Давление определенное имеется. И как ты с этим справляешься. Плюс все-таки это не полный кикбоксинг. Тут и площадка другая, и перчатки другие. Это прям больно было сейчас на это смотреть. Да, я, честно говоря, не узнаю сейчас мастера спорта по кикбоксингу. Прихватил и пошел добивать. Это уже вот что-то из мира муай-тай было. Рефери вовремя вмешивается.
Все-таки, кажется, нас немножко так слегонца обманул Тайти Нурлан. Неплохо он себя так чувствует в стойке. Ну а чего ждать от Маратова, я пока не понимаю. Кроме тайской стойки он нам еще ничего не показал. Мне кажется, Маратов не ожидал, что сразу Тайти Нурлан пойдет на него вперед. Он думал, будет наоборот. Но работает вторым номером, посмотрим. Еще раз. Очень мощные руки у Нурлана. Колено в корпус. Неплохо. Есть еще время поработать. Да, вот видишь, Маратову нужна дистанция. Вот он нам это и показывает сейчас. Пытается ногами работать. Отлично, отлично. Вернул должок. Но вот на руках немножко уступал. Хороший раунд. Сейчас посмотрим, что ребятам скажут в углу. Как они воспримут все указания. Потому что, мне кажется, когда у тебя дебют, вот я сейчас просто на эмоциональном уровне думаю, дебют, тяжело, наверное, слушать угол. Тяжело вообще вот после первого раунда, когда тебя насували, слушать внимательно. Однозначно, и видно, что бойцы пришли из любительских видов, где нет вот этого вот света, картинки, знаешь, камеры, внимания и так далее. То есть здесь бой совсем по-другому идет, чем там на областном каком-то чемпионате. Ну, давайте второй раунд. Более такой слаженный сейчас. Нурлан будет пытаться, конечно, разрывать дистанцию и работать именно на руках. Хороший лоу-кик был в концовке. Пошла уже рубка здесь открыта. Да, да, вот это и мы хотели видеть. Отлично. Но вот этот лоу-кик очень напрягает сейчас Маратова. Даже вот прихрамывает, кажется, он начал. Уходит к сетке. На 13 сантиметров выше ростом Бахджан Маратов. Ну, визуально, кстати, так не скажешь. Не скажешь. Видно, что повыше, но 13 кажется слишком много. Отлично, колено в бедра. Неприятно. Конечно, было, и пошел опять рубиться. Да, вот видим мы, что Маратов, поняв, что в первом раунде так дела не пойдут, начал навязывать именно рубку. Ну, по чуть-чуть получается, мне кажется, у него. Ну, от этого, кажется, все выигрыши, да, особенно зрители. Оу, есть. Отлично, корпус, голова. Стандартный такой переход. Отлично, еще раз корпус. Что ты зажался? Что ты держишь? Отпусти, переведи. Да, хорош, хорош. Все-таки опыт, да, берет свое. Лучше дышит. В ударных дисциплинах лучше. Больше опыта, конечно. Я сейчас про Бахчана. Ну и не сдается все-таки. Нурлан пытается отыгрывать каждый удар. Есть. Ребята прям рубятся. Видно, что вот Нурлану хочется вот так и оформить тейкдаун, знаешь, когда не оказывается в клинче. Но подустал. Он всем видом показывает, что просел он функционально. И вот здесь нужно работать Бахчану. Кажется, он все-таки, он более свеж, но не дожимает почему-то. Что интересно, там в углу, интересно говорят. Я услышал только вдох-выдох и что ты? И мы опять играем в любимых, представляешь, если ты сказали бы. Оказывается, его поддерживают музыка все время, песнями настроение поднимают. В принципе, первый раунд был, ну, лично для меня непонятен. Как будто 50-50, но все-таки Тайти Нурлан был как будто активнее в первом раунде. Ну, он был пожестче, знаешь, в таких ситуациях, наверное, урон надо, да, больше оценивать. И вот именно первый раунд Нурлан просто шел вперед и пытался снести. Ну, третий раунд, если так, мне кажется, будет решающим, да, сейчас? Да, однозначно. По раундам плюс-минус 1-1, возможно, да, это так, наши такие наблюдения. Судьи, возможно, по-другому это все расценивают.
обменялись лоу-киками. Лоу-кик, и отвечает сразу же Бахчан. Ну, знаешь, дебютанты всегда такие эмоциональные бои показывают. Еще раз прихватил ногу. Нельзя, конечно, этого делать. Рефери делает устное замечание. Еще один лоу-кик. Да, уже нога подскальзывается. У него плохо держит нога. Довольно-таки жестких пару лоу-киков успел зарядить. Тайти. Очень такая осторожная попытка зарубиться. О, колено, корпус. Отлично, отлично. Разбивает коленками корпус, пошел вперед. Вот за счет этого Нурлан сейчас может забрать раунд. Идет вперед, поджимает. Несмотря на то, что пропускать тоже умудрился. Пропустить несколько ударов. Ой. Нурлан делает это самоотверженно, но мне кажется, бензобак потихоньку заканчивается. Знаешь, есть попадание прямое. Это, знаешь, как раз таки тот случай, когда говорят на характере просто. Застоялся, а Марат выцеливает. Да, вот отдохнул, неплохо начал раунд, но устал. Нурлан жестко прям вкладывается в каждый удар уже. Бахчан. Да, очень эмоциональный у нас поединок. Марат видит, что соперник подустал, но никак не может этим воспользоваться, потому что увидел его самого. Даже уставший Нурлан бьет очень жестко. Удар – это самое последнее, что он может потерять, да, в данном случае. Функционально, да, потерял, но вот удар у него еще остается очень сильным. Поэтому осторожничает, его можно понять. Все. О, ну, отличный первый бой. Карда. Очень активный. Мне понравилось, что ребята вообще не убегали друг от друга. Прям друг на друга шли и рубились. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Бахриджан Маратов. Еще единогласно. Единогласно, возможно, второй и третий раунд он забрал, а первый отдал. Может быть, такое. Бахчан, женгіз құтты болсын. Бастапқы раундтарында өзің дистанцияны іздедің, өзің қарадың. Бірақ көп сайтып жатқандай, кішкене тағы да басу керек еді саған. Тренировка жасау керек. Он иншалла енді сындырамыз. Дайымыз. Женгіз құтты болсын, Бахчан. Келесі рухта көріскенше. R7 – это высокоэффективный напиток, который создан, чтобы обеспечить более устойчивую и здоровую энергию как для обычных людей, так и для профессиональных спортсменов. R7 – для людей, достигающих высоких результатов. R7 – выйди на пик своих возможностей. Что у вас? Переходим к нашему следующему поединку. Я хотел бы, не затягивая, уже пригласить в октагон нашего первого бойца. Боец из города Алматы по прозвищу Аль-Кахар. Хусаинов Ернар. Поприветствуйте его соперника. Из города Алматы Бабаев Маджид. Знаю, правила не нарушайте. Слушайте команду на протяжении боя. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки. Павла. Хусаинов Ернар против Бабаева Маджида. Спокойно, Ернар. У нас бой в стойке. Только руки.
только руки. Интересная база. КМС Пожик Пежек, Хусейна Фернар и база вольная борьба у Бабаева Маджида. Согласен. Жик Пежек – это для тех, кто не знает, скажем так, казахский аналог ММА. Наш ответ. Ну что, погнали. В стойке левши Ернар. Корпус проверь. Ну, очень хорошо так на ногах стоит. Так по-боксерски, знаешь. У, отлично. А что нам покажет вольник Бабаев Маджид? Отлично. Ну, в стиле борца, конечно, закидывает справа, да? Все правильно. Все по классике пока. Тексер, корпус, тексер. Правша против левши. Раздергивает передней рукой больше Ернар. Очень хороший челнок у него. Отлично. Суперкот хотел зайти. 18 лет Ернару. Сконцентрирован. Собран. Но вот пока вот какой-то тактики вот Бабаева я, к сожалению, не вижу. Отлично. О, есть попадание. Пытается прижать к сетке и, возможно, чуть-чуть подзарубиться, скажем так. Клинч. Опять будет джебить. Ернар, отлично. Все хорошо. Не дает рубиться. Обрабатывает на дистанции. Вот как раз-таки нам Ернар показывал, что вот перемещаясь по этому маленькому октагону, можно все-таки перерубить и не лезть, да, в открытую руку. А тем временем Маджид, кажется, рассчитывает на один удар плотный такой. Он выжидает, выжидает. Либо на какую-то контратаку. Ну, он правильно расценивает свои возможности, скажем так. Тяжело, наверное, будет вот такого парня перестрелять, да? А вот перерубить, попасть, это возможно. Отлично. Что он и делает? Не пытается так строить из себя боксера, да? Играть в игру Ернара, а вот именно... Вот это да. Вот он как раз-таки сделал то, чего мы от него ждали. Попал, донес свой удар. Посмотрим, получится ли у него это. Аль-Кахар. Аль-Кахар. Что это значит, интересно? Интересно. Но, к сожалению, что-то на арабском. Я не владею, но Google в помощь, как говорится. Ну что? Ждем второй раунд. Последняя секунда была многообещающей. Сейчас, конечно, Ернар будет более собран. Под концовку немножко усыпил бдительность Бабаев и приложился справа. Ну что, погнали? Погнали, да. Снова на джебе. Очень хороший челнок, и вот довольно-таки быстрые руки у Ернара. Ну а Бабаев, мы понимаем, он будет бить мало, но он точечно. Бабаев ждет свой момент. Да. Ой-ой-ой. Столкновение головы, кажется, было. Очень такой напряженный поединок. В первом у нас было очень много прессинга, да, а вот здесь вот больше такой... тактической работы. Джеб опять. Ну, такая, знаешь, любительская манера от Ернара. Перестрелять, наработать на очки и все. Есть, попадание. Отключает Ернар. Вот чего мы хотим. Мы хотим больше обострений. Мы хотим больше ударов. Очень технично работает Ернар. Старается не... Как ты когда-то поговорил, прям тоже много на себя не брать, просто выстреливать. Сейчас, наверное, Маджиду надо на ближнюю дистанцию выйти, да? Да, да, будет пытаться сокращать, искать момент. Но вот я слышу угол Ернара, и вот он прям все четко выполняет. 18 лет, парень. Угу. Очень грамотно пока работает. Не дает ни одной возможности Маджиду. Да, должен поджимать. Все-таки физически мощнее Маджид. И вот в таких, да, ситуациях как раз это заметно. Но вот технически не дотягивает до уровня Ернара.
Есть попадание. Прорывается на такую близкую дистанцию. Концовка. Вот второй раунд какой-то у нас неэмоционально получился. Я как-то да, ждал вау во втором раунде, но вот как-то спокойно все. Мне кажется, в третий раунд. Отлично, отлично. Обострил под концовку. Украл раунд, скажем так. Да, в конце второго раунда уже попал Ернар. Сейчас Маджиду, ну лично по мне, ему надо в третий раунд прям сильно активироваться. Да, да, однозначно. Бонзай, как говорится, угу. И вперед. Потому что по ощущениям, как будто первые два раунда забрал Ернар. Сейчас Бабаев должен искать только нокаут. У него для этого есть целых две минуты. И две руки. А для нокаута достаточно и одной секунды, да? Поэтому будет... Ну, я думаю, и в углу прекрасно понимает, что ему нужно заряжаться. И как бы и силы экономить нет смысла. Это последний раунд. Нужно заряжаться, выходить, искать возможность срубить. А жестко бить он умеет, мы это видели. Да, но один раз он очень хорошо попал, провалил соперник и с натяжки дал. Сейчас, может быть, тренера ему это и посоветуют. Третий раунд, заключительный. Ну, пока все правильно. Отвоевал центр октагона. Ну и будет пытаться, конечно, спиной к сетке держать. И это немножко некомфортно. Маджиду отлично. Да, пошел вперед, и он должен завоевывать. Теперь здесь держать центр и обрабатывать. Идти вперед. Вот отдает все-таки пространство еще раз. Миллиметрами, сантиметрами, но вот опять центр забрал Ернар. Это такое некое психологическое преимущество, скажем так, для бойца. Загасил атаку в клинче. Очень грамотно сейчас действует Ернар. Ну а Маджид оправдывает наши ожидания. Понимает, что ему нужно нокаутировать. Другого способа нет. Отлично. Ернар как по книжке работает, да? Да, это... Аккуратно, без лишних. Знаешь, классика, наверное, казахского бокса, скажем так, да? Левша, все самое главное. Есть попадание. Ну и челнок отработать на дистанции, время от времени включать левую. То есть тут ничего такого, как, скажем так, не изобретает велосипед, не открывает Америку Ернар. Он делает то, что работает. Отлично. Еще раз через руку. Клинч разрывает сразу же рефери. О, есть. Как предвидел сейчас тренер. Вот этот момент с ударом справа. За секунду до буквально подсказал. И пошла рубка под конец. Будет обострять, обострять, ждем обострения от Маджида. Стоп, не хватило времени. Не смог он реализовать свой шанс последние две минуты. Но, думаю, тут все понятно. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла. Да. Хусаинов Ернар по прозвищу Аль-Кахар. Поздравляем Ернара, 18 лет. Я думаю, отличный дебют в РФС. Да, тактически, технически очень четко отработал. И что самое главное, вот было заметно, что он угол очень хорошо слушает. Ну что, ждем. Пару слов туда-сюда, как говорится. Да. Ернар, женис футболсон. Өте мықты техничный боец екеніңді дәлелдеп көрсеттің осы октагонда. Және қасыңда міне Ұлан досын келіп поддержка беріп тұр. Бізде рухта бір ғана емес, бірнеше бой өткізген жігіт. Сосын жеңіс құтты болсын. Енді өзің болашақта қандай қарсыластармен шыққың келеді? Және де дайындығың қалай өтті? Толығымен жетті ма? Әлде бір-екі жерлерде болды ма сен қаттырақ басқа болатын жер? Ассалаумалейкум бәріңізге. Біріншіден бүгін
Аллах тағаланың бұйыруымен, қалауымен мен жеңіске жеттім. Бір-біріншіден олан досым емес, мен ағам болады жандағы бірге дайындаған. Ең бірінші өзімнің тренеріме Ислам Қуанышқа алғысым білдірем. Ислам, Улан, Хамза, Тема, братан, Джомарт, Азиз, Бека, бәрлік братандар, Бақыт ағай, Айдар ағай, Айдос ағай, Ербол ағай, келгендеріңізге рахмет, бәріңізге қолдау білдіріп отқан бауырларыма. Мен бұл бойды көп күттім. Және де Рамазан аға, маған контракт керек. Хоть каждый неделя төбелесуге дайынмын. Өзім есімді, любой боец. Чек болса болды. Жеңіс, құтты болсын, Ернар. Міндетті түрде сені РФС лигасына қарастырамыз. Құтты болсын. Мажит, чего тебе не хватило в этом бою? Он был очень быстр на ногах и где-то опережал тебя. Всем ассаламу алейкум. Я думал, я доработал для победы, но оказалось мало. Хочу сказать всем спасибо, кто пришел поддержать своему тренеру Хасану Анвару. Я не буду оправдываться, но у меня база борьба. Если дадите мне возможность проявить себя по ММА, то я готов. Я думаю, у тебя обязательно будет такая возможность, поэтому увидимся на следующем турнире. Всем приветствую, ассаляму алейкум. Рамазан аға, омыт кеткен сияқтыс қой мені. Бойға шам бересіз маған. Сағындық қой рух файтингті. Ен дальнейшем келесі рухқа дайынмын мен 65-ке. Ну, желательно мұсылман бауырларым демес. Россиядан без разницы. 65 килограммды. Самый главный, пусть чек порадует нас. А так, любое время, газ. Улан, сенде 2-0 РФС-да, сен бойларыңды өзімізде асыға күтеміз. Бірақ, достар, барлығыңға айтып кетейін. Кейбір кезде, кейбір байетістер травмалық қаласындар өздерін, кейбір кезде дайын болмайсындар. Бірақ, бойдың бәрін барлық байетістерге беруге тырысып жатырмыз. Сағанда міндетті түрде жақсы бой береміз. 2-0 ол өте жақсы результат РФС-да. Сол үшін сені келесі турнирде күтеміз. Друзья, отдельная благодарность нашему главному спонсору-партнеру компании OneX. Самые высокие коэффициенты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий, большие выигрыши и, конечно же, моментальные выплаты. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneX.RUH и получи крутой бонус на свой первый депозит. Переходи, регистрируйся. OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но а также во всем мире. Переходи. Друзья, вот и мы подошли к нашему главному бою вечера. Это ребята, которые очень сильно закусились на пресс-конференции. У них был очень сильный такой кипиш между ребятами, так как они оба любят поговорить, ну и подраться тоже. Я думаю, физрук не нуждается в представлении и в его трештолке. Поэтому, я думаю, это будет очень интересный конкурентный бой, так как атлет Упучук идет у нас на одной серии побед. Вот. Но дрался он в другой лиге, поэтому, я думаю, бой в РФС будет очень интересным, его дебютным. Мне интересно противостояние физрука, так как он очень много говорит и выигрывает, как ни странно. Да, сейчас он идет из двух побед в ряд, и давайте сегодня посмотрим, сможет ли он выиграть у Пучука. Давайте не будем томить и пригласим в октагон первого нашего участника, любимца всех казахстанцев, просто очень веселого и смешного парня, Айджанов атлет Упучук. Айджанов атлет, инстаграм желісінде Упучук есімен танымал, пантарет спортсмен, қыздардың арманы, 2004-тен арманы, пранкер, поп ММА, рух файтингтің боец ретінде танымалмын. Бірінші өзгерсен особо ешқандай өзгерсі болған жоқ. Басқа байестерді подписчик қойып атса, мен наоборот рухқа көбейтіп беріп отырмын. Это для меня хорошо. Бірінші соперник Зарифхан. Оған да нормально хайп әкелдім деп ойлаймын.
бірінші бой, енді көшеде көбісі танып атады, таксиде айтып атады, давай, намысты қолдан бермей, до конца деп атады, мақтап атады. Жақсы. Бойға дайындық, еш честно қазір, бізде блогер болғасын особо жоқ. Бірде бар, бірде жоқ. Но қалмауға тырысып отырмын. Футбол ойнаймын бір жағынан съемкілер дегендей. Бірақ бұл сылтау емес. Бойға шықтың, клеткаға шықтың, бәрі ұмытылады. Енді менің қарсыласым көпке танымал демей ақ қояйын. Қырғызстанның мақтанышы, Қазақстаннан келіп танылып атқан физрук. Мен оны Трудовик деймін. Еңбекқор жігіт, красавчик. Енді бойда көрсеміз. Жақсы бой болады. Күтіңіздер. Енді алдағы бойға геймплан особо жоқ, өйткені тренировкада жоқ. Но бір ойлағаным бар. Контратакалар 1-2. Енді әуелі алла, екінші ұтып атсам, поисқа төлесім келеді. Егер де рух файтинг беріп атса, осы блогер арасында бір поисқа, соған да таласам. Конкретно ма? Тикош. Интересно, вот өйткені екіміз батыстамыз. Батыстық дерби болмаса, Мапох мен үшін қызық тәжірибе. И детский дарабоз. Рух файтингтің подписчиктерін айтарым. Сіздерде шанс бар, келіңіздер мұнда. Өз бақыттарын сынап көріңіздер. И поддержки беріңіздер. Біз отлайық, отайық, какая разница? Самый главный, біз спортпен алып жатырық. Давайте, активный лайк. Встречайте, любимчик всех школьников, Макеев Бакыт по прозвищу Физрук, Кыргызстан, город Бишкек. Правила знаем, правила не нарушаем. Слушайте команду. После команды стоп, не работаем. Все ясно? Пожали руки. По углам. Чисто блогерская разборка. Упучук против физрука. Знаешь, это такие классические герои и антигерои, да, скажем так? Да. Больше такой позитивный образ у атлета и более негативный у Бахыта, но ни в коем случае там ничего плохого в адрес. Да, мы про образ. Физрука, да, мы про образ именно. Да, телефоны не снимаем. Но это будет интересно. Знаешь, как прикольно после прозвища красивого Аль-Кахар переходить у Пучук и Физрук. Очень интересно. Мечта всех девушек. Еще так он себя позиционирует. Боец из центра казахского ММА, скажем так, он из города Актобе. Да, кстати. Отвечает сразу же. Просто безразборная рубка пошла. И лоу-кик еще раз. Макеев пошел вперед. И будет играть тейкдаун. Нет. Вот это да. Отлично. Еще раз. Пошел вперед. Но вот что метит? Что хочет Макеев, я не совсем понимаю. Да, прижал к сетке. Где дальнейшая работа? Отлично. Так можно сейчас растерять все силы. Колено. Не хочет бороться. Вот в чем дело. Не хочет бороться Макеев. Даже была возможность добить, но при этом пошел вперед, опять прижал к сетке. Они, по-моему, не могут же добить, у них по К1. Они решили выступать по правилам К1. А, вот это да. Мне почему-то показалось, что они по ММА дерутся. Кстати, на вот эмоциях даже не заметил. Да, физрук, я помню прошлый бой его против Апачи с Бексултаном. Бексултанов его вроде перебивал первые два раунда. Но физрук дождался, когда Апачи устанет. Может быть, здесь тоже у него такой план, поэтому он выжидает атаки. Хотя нет. Сзади не бью, говорит. Нежданчики не бьет. Но физрук с нежданчиками очень хорошо знаком. Прилетело ему как-то раз на пресс-конференции. Знает он, каково это.
Еще один лоу-кик. Есть. Макеев тут в разрез попадает справа. Есть. Пошла уже просто какая-то безразборная рубка. Ну, прикольно, прикольно. Интересно. Хороший раунд. Без рук, как всегда. Пацаны драться пришли. Ну, он, в принципе, всегда так работает. Что, ребят, нравится? Но заметно, что как сейчас боец... Сейчас нормально будет? Он прогрессирует. Угу. То есть, если я видел его нормально. Первый бой, как он дрался, и вот это уже, по-моему, третий или четвертый бой. Четвертый бой уже. И, ну, видно, что парень уже становится более-менее бойца, который приобрел уже определенные навыки. Давайте поддержим бойцов! Физрук шоуменец. Да, он просто кайфует. Он выходит и кайфует. Ему нет, знаешь, задачи там перерубить, выиграть по очкам. Блин, это же нудно, скучно. Нужно выйти и просто кайфануть. И чтобы другие тоже кайфанули. Ну, в принципе, от него никто не ждет супер крутой техники, идеальных тейкдаунов или чего-то еще. Он понимает свой уровень, да, и то, что он делает, что важно. То есть не строит из себя профессионала, скажем так. Ой, навстречу. Есть попадание. Просто идет вперед. Есть, отвечает опять. Ой, как уже второй раунд, как у нас поменялся, да? Во втором раунде. Да. Отбивает ногу переднюю. Руки есть на выходе. Колено в корпус. Затылок даже насыпает здесь у Пучук. Нужно быть аккуратней. Клинч. Опять прижимает. Отлично. Ну вот это, конечно, было не по правилам. Попутал виды. Да, правила, сразу извиняется. Пучук. Кажется, лоу-кик сильно подкосил. Угу. Макеева. Да ладно, хорош. Макеев, вставай, мы хотим продолжение. Ай, как он грамотно все делает. Потянул время, отдохнул. Да. Чуть-чуть бы остановился. Физрук в этом октагоне как дома себя чувствует. Спокойно ходит, общается со всеми. Будь воля, может, и на звонки отвечал бы какие-нибудь, да, смс-ки. Пошел рубиться дальше. Есть попадание. Вот это вот удар справа. Время от времени прям в точку прилетает. Все-таки тонажом, кажется, у Пучук берет, да, он больше попадает. Угу. Более разноплановый, да? Сильнее, как будто бы физрук, да? Да. Выглядит помощнее, но пока от этой мощи толку нет. Угу. Выжидает. Продолжать идею с отбиванием передней ноги без рука, мне кажется. Да. Потому что пока у него это получается. Что это было? Попытка? Попытка тейкдауна? Кончился. Бензин. Отлично. Еще один. Ты слышишь эти звуки? Да, да. Прям как профессионал отбивает ногу. Умеет он вкладываться в эти лоу-кики. И неприятно, неприятно. Макееву это заметно. Ой, ну круто, круто. Пучук молодец, очень самоотверженно дерется. Ну, в нем, знаешь, я вижу хоть какую-то тактику в его действии. Что он задумал? Бургер. А что делает Макеев? Это просто хаос какой-то. Ну, это и есть его стиль. Да? Просто зайти в октагон и устроить хаос. Если даже не выиграть, хотя бы хайпануть немножечко, да? Да. Пошел мэнить. Мне очень прикольно, знаешь, от чего? Как в графе регалии у физрука написано трэш-токер. Трэш-токер? Да. База борьба, боец, поп-ММА, трэш-токер. До конца работаю, бля.
Интересно, конечно. Где такие регалии выдают? Да. До конца работы. Сейчас я услышу. Как доработ. Надо до конца. До конца, до конца. Ну что, третий раунд. Погнали. Дальше уже можно полностью бак опустошать. Есть ли у нас фаворит? Или пока непонятно? Да я даже не знаю, если честно. Ну, по-моему, Пучук чуть-чуть получше. Mm. Больше попадает. То ли разнообразен. Есть. Ну вот пожестче все-таки физрук бьет. Да. Удар потяжелее. Отлично. Физрук и держит удар очень хорошо. Пошел опять вперед. Колено. Шашады. Что устал. Это было? Оу, отлично. Отличный шанс. Неужели добьет сейчас Макеев? Уж сильно выдает себя Укучук. Показывает всем видом, что он устал. Хотя ну, в бою нельзя этого делать. Нужно всем видом показывать, что ты свеж. Пошел. Да, собрал отлично. Последние силы. Нет. Нельзя так делать. Нужно работать. Что происходит? Это уже такой, знаешь, школьный захват. Встаем, встаем, ребята. Глубже вдох и пошли вперед. Отлично. Уже с размножки прыгает Макеев. Все уже чисто на характере. Да. Последние граммы просто в бензобаке остались. Отлично. Я не удивлюсь, если они сейчас лежа будут поднимать себе руку в конце. Принимать поздравления. Клинч. Кто-то должен сейчас проявить характер и забрать концовку. Но кто это будет? Именно украсть раунд последней секунды. И. Давай. Идет вперед Макеев. Нужно пару ударов хотя бы влепить. Все, раунд. Раунд. Бой закончен. Молодцы, пацаны. Вышли по-мужски, порубили задние, не дали, устали. Очень эмоциональный поединок. А нет, не так уж и сильно-то и устал у нас. Я только хотел сказать, остались силы запрыгнуть на октагон. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Айджанов атлет по прозвищу Упучук Актобе. Упучук, жеңіс құтты болсын. На жерде сен қолдап келген адамдар көп деп ойлаймын. Бүгін Ақтөбенің намысын қорғап келіп тұрсың ғой. Физрук екеулерің енді көп ұрсындар жаңа пресс-конференцияда көп сөз айтылды. Бірақ енді октагонға кіргенде өз дегеніңді істеп көрсеттің, жеңіске жеттің, құтты болсын. Енді жақсы бойлар көрсетіп келе жатсың жеңіс сериясында. Кімді шақырам деп ойлайсың? Ә, білмеймін, бірақ та ойламтан жоқ. Любой, 17 килограмм. 17, да. Казыр, келес қарсыласты ойлауға шамам болмай тұрау дейм. Еш барма жем. Мә, енді өзің сөз айтсаң опа. Ассалам алейкум. Шапалақ қайда? Не болды бәрін физрук-физрук деп, Опучуктың естеуі жоқ па не? Мен шапаға жақсы жүріптім бә. Ал... Мында рухта тек газовать етін Қазақстан балдары. Ақтөбен балды газовать еді. Ал, қарсыласым сыйлаймын. Тойыма, тойыңа шақырасың ғой, физрук. Со, айтарым сол. Любойынды келдіңдер. Көріндер ғой характерімді. Со, хороший чек, родной. Жеңіс құтты болсын. Баха. Рахмет етім керді, еламан, оразағай. Тақтай тим, кипабидим. Нұрадинаға келіп отыр бүгін маған. Поддержки, Юрий, рахмет. Все, рахмет. Баха.
Баха, вот каждый твой бой, мы хотели бы видеть тебя лучше и лучше подготовленным. Чего тебе не хватает? У тебя либо времени нет, или что? Проводить больше спаррингов. У тебя, по сути, здесь больше боев, чем у всех других блогеров, я бы сказал бы. Но каждый раз ты вот на грани, и как будто я вот смотрю, и ты либо не готовишься к боям, да? Либо я не знаю, в чем еще может быть причина. Это судьи, да, постоянно. Шучу. Все выигрыши и проигрыши от Всевышнего. Вот, как говорится, Всевышний награждает тех, кто упорно трудится. Я поплатился за это. Вот. Я, короче, чуть неправильную тактику выбрал. Хотел вырубить. Целился, не пошло. Ну, проиграл. То, что ты говоришь, не тренируешься. У меня такое иногда чувство, что я недооцениваю своих соперников. Первый, второй, третий, четвертый. Я думаю, это уже знак, то, что нужно готовиться, тренироваться. В следующий раз я не буду говорить, что вернусь сильнее. Я когда скажу, что я буду готов, приду в той форме, в которой я был 3 года назад. Вот. А так, Убучук выиграл, базару нет. Его победа, никаких оправданий. Сегодня он был сильнее. Красавчик он. Я рад, что у тебя всегда такой позитивный настрой. Но я бы хотел напомнить, наверное, всем ребятам, которые участвуют на наших турнирах. Ребята, относитесь к своей подготовке более серьезно, так как вы рискуете, проиграв, испортить себе статистику, да, свой рекорд. Поэтому каждому бою, я думаю, надо относиться более серьезно. То есть, если ты будешь выигрывать, у тебя и гонорары будут расти, у тебя и соперники будут поинтереснее и медийные. Поэтому, Баха, ждем тебя, чтобы ты хорошенько подготовился. Следующий бой. Я не хочу пока сейчас выше запрыгивать. А вот здесь ходил, короче, как его зовут? Апачи. Он хотел мне взять реванш. Если он здесь, пусть он выйдет. Я ему дам реванш. Я никогда от реваншев не избегаю. И готов с ним здесь с любым блогером зарубиться. Мне разницы нету. Если вот он здесь, у него есть шанс, чтобы выйти здесь, кинуть мне вызов. Да, нет, нет. После того, как я пройду, я хочу у Пучука взять реванш после одного боя и уже за титульную гонку вернуться. Поэтому я еще раз говорю, не надо списывать меня со счетов. Я вернусь, надеру всем задницы. Если кто-то сомневается, вот здесь меня никто не сможет вырубить. У меня челюсть, как у быка. Все, физрук, ждем твоего возвращения. Друзья, вот и завершился наш финальный главный бой. Я думаю, этот бой очень многие люди ждали, и наконец-то вы его увидели. Я надеюсь, он вам понравился. Мне лично он понравился, так как бой шел все 3 раунда. Ребята буквально где не хватало физики, подготовки, они компенсировали все это своим характером. Ну тут, я думаю, Упучук выиграл за счет футбола, так как он бегал и пинал. В принципе, этим и забрал весь бой. Я думаю, все актюбинцы и все казахстанцы сегодня порадовались за победу атлета Упучука. А вы, ребята, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Очень много вызовов у ребят происходит. Каких бойцов против кого вы хотели бы видеть в дальнейшем? Физрук кидает вызов Апачи. Был бы вам интересен данный бой? И с кем вы хотите увидеть следующий бой Упучука? Пишите в комментариях. Но со мной был мой соведущий Василий Тахтай. И Рамазан Рамбердиев. До следующих выпусков.